Москва, 1СН, Эрспорт. Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов покинул пост спортивного директора футбольного клуба «Торпедо», Москва, сообщается на сайте «Автозаводцев». Чернышов был назначен на должность спортивного директора «Торпедо» в июле 2014 года. До этого специалист возглавлял кувейтский клуб «Альфа Хахель». Сообщается, что Чернышов вернется в Кувейт и продолжит работу в команде «Аль-Кадисия», выступающей в высшей лиге чемпионата страны. В клубе, который 16 раз выигрывал чемпионат страны, специалист будет исполнять обязанности тренера. Руководство ФК «Торпедо» благодарит Андрея Чернышова за сотрудничество и желает ему удачи на новом рабочем месте, говорится в заявлении «Торпедо». Чернышов возглавлял «Спартак» с июня по сентябрь 2003 года.